Я начальник полиции Республики Армения. Здравствуйте, я Кулик Илья, улично называю. Очень приятно. Вчера привод был в полицию у вас. Да я помню, да. Конечно, да. Присутствовал. Хотел бы я вот уточнить, потому что в интернете такое мнение создалось, что вы такой правильный, а полицейские такие нехорошие. Хотел сам. Это общественное мнение. Ну, есть и хорошее, есть и плохое, я бы сказал. И такое, и такое. То есть это отрицательный и положительный, есть такое. Но судя и видя вот видео, то, что я увидел в Ютубе, ну, я бы сказал, что вы тоже сперва нехорошо себя поведете. Вы признаете, что... В каком контексте? Были такие моменты, были. Я видел, что вы... Они просто полицейские замечания вам хотели сделать, а вы просто неправильно поняли. Ну, не всемером на одного человека. Ну... Когда я просил меня отпустить, меня начали заламывать руки. Я сказал, хорошо, возьми, я согласен поехать, если мне объяснят, за что привод. Ну, вы отказались выполнять законные требования мне полицейского. Мне не представились. Вы были не в трезвом состоянии, уважаемые. Вы были не в трезвом состоянии, и это подтверждает факт, что тест на алкоголь. Вы и ваш товарищ были не в трезвом состоянии. Но дело не в этом. Я здесь нахожусь не в том, что вас обвинять, что вы были не в трезвом. Это ваше дело. Но распитие спиртного в общественных местах по закону Республики Армения не разрешают. Я дело не в том, что я пришел, чтобы... Повторюсь, это было нотации, не пиво. Нотации, чтобы читать вам. Ну, хотел просто сам убедиться, что вы в целости и сохранности, с вами все нормально. Да, все, спасибо. Ну, немного руки болят, как бы, ну, все, в целом все в порядке. Ну, то, что наручники надели на вас, это было в пределах закона. Я думаю, ничего противозаконного полицейский не делал. И думаю, что от этого у вас мнение... полиции и мнение Республики Армения не изменилось. Вы себя вполне, наверное, защищенно чувствуете, вполне, наверное, уверен. Если рядом со мной начальник полиции, конечно, чувствую себя защищенно. Спасибо. Нет, дело не в том, что наша страна, она... Очень гостеприимная. Это самая гостеприимная страна, из которых я бывал. Я бывал, это уже 12-я страна, где я бывал. Поэтому... Есть какие-нибудь, возможно, требования в отношении полиции? Нет, ну, может быть, чуть пожелания. Даже если будут присутствовать задержания какие-то, то чтобы все-таки немножко помягче. Очень было жестко. А я посмотрите на меня, худой кашляю. Ну, зачем? Ну, худой, не каждый худой такой просто. Худой, но крепеж, может быть. Просто я вам посоветую в дальнейшем при виде полицейского, ну, вы и поняли бы, что это униформа, это соответствует полиции. Просто надо было, еще раз повторюсь, я не нахожусь, чтобы вам нотации читать, но когда предъявляют законные требования, нужно просто подчиниться. Хорошо, я думаю, мы уже с ними познакомились, наверное, со всем ереванской полицией. Всего вам хорошего, желаю хорошего времени провождения. Простите, еще один вопрос. Пожалуйста. Можно ли играть уличным музыкантом на улице до 11 часов, не превышая? Всего доброго. Вам также. Вообще, այս փողոցան երաշխությունը պետք է որպես մշակ լինի։ Իհարկե պետք է լինի, ուղղակի հիմա անհրաժեշտ է կանոնակարգել այս ամենը։ Ինձ թվում է նաև դերական ինքնակառավարման մարմիններն այստեղ անելիք ունեն։ Ես ուղղակի անցա տեսա, նաև դուք էլ բոլորը տեսնում եք, որ այստեղ նաև գումարել են հավաքում, հա, այդպես ասած, իսկ ո՞վ է անհրաժեշտ կարգավորման։ Որտեղ իրենց կառույցում կան ծառայություն, որ գալիս են, չափում են,
դեցիբելներ գոյություն են, որը չպետք է գերազանց են, ունենք, որոնք առանց որևէ սարքավորումների են, հենց իրենց բնական հնչողությամբ են այդ գործիքները հնչում կամ նվագում երգում, և կան մի փոքր ներքև, որտեղ հատուկ սարքավորումներով, էլեկտրական մարկոսներով, որը ինստումա կգերազանցի և ամիջապես վերևը գտնում են բնակիչներ, դա կարծում եմ արդեն անթույլատրելի է, ուղղակի ես հանձնարարել եմ ոստիկանները կմոտենան նրբորեն կզգուշացնեն, որպեսզի դադարեն այդ տեխնիկական միջոցներով երաժշտությունը, քանի որ բարձր է լինում աղմուկը։ Դուք ասացիք գումարը, բայց փողոցային երաժշտությունը այդ մշակույթի մեջ գրումը նաև գումարը հավաքելը։ Ասենք ինչպես պետք է կարգավորի պետությունը, այդ ինչ մեխ ռեգուլյարատոր պետք մտցվի։ Ուղղակի սա ուսումնասիրելը պետք, նաև իրավական կողմերը, որպեսզի վաղ միսոր խախումներ, այլ կարծիքներ չառաջանան, չբացառենք այստեղ հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկեր, նաև եւ այլ եւ այլ, այսպիսի բան է, սա ուղղակի մեջբերեմ, այսպես ասած, շնորհակալություն։